Каждый год дети загадывают желания и пишут письма Деду Морозу, в которых просят подарить кукол, книги, конструкторы и машинки. И каждый год взрослые, желающие хоть на время стать добрыми волшебниками, стараются эти желания исполнить. В многодетной семье Абрамовых подрастают 6 детей. Дочка Лера и Настя также загадали желание – кукольный домик и набор для творчества. Подарки девочкам и сладкие подарки ребятам вручил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Гвоздев. Очень приятно было наблюдать, насколько они вот друг друга поддерживают, радуются подарками, которые мы вручили Валерии, Анастасии. Вот, ребятишки другие получили сладкие подарки. Все члены семьи мечтают об еще одном подарке – новом доме. Прежний, к сожалению, сгорел еще несколько лет назад. Теперь семья стоит на очереди в получении жилья. Одно самое заветное желание на всю семью. Да. Никита, это какое? Да. Свою квартиру. Свою квартиру? Да. Мы с 2012 года погорельцы, стоим на очереди в Целининском районе. В следующем году единороссы обещали помочь погорельцам в получении собственного жилья. А в акции «Елка желаний» новогодними волшебниками также стали члены правительства, депутаты законодательного собрания, руководители социальных учреждений и общественных организаций. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.